Ураган Мэтти уже достиг побережья Флориды. Сильные дожди, штормовой ветер, эвакуированы тысячи людей. Вот эти кадры мы сейчас получаем в прямом эфире. Можно видеть, что происходит в эти минуты. Вот полную силу, по прогнозам синоптиков, ураган покажет себя в эти выходные. Число жертв стихии в Карибском бассейне уже достигло 140 человек. Но вот большинство погибших в Гаити. Серьезные разрушения и на Кубе. Там пришлось эвакуировать более миллиона человек. Сразу в нескольких американских штатах объявлен режим чрезвычайного положения. Губернатор Флориды обратился к жителям. Получилось убедительно. Никаких поблажек не будет. Уходите. Эвакуируйтесь. Эвакуируйтесь. И еще раз эвакуируйтесь. Это серьезно. Шторм убьет вас. Времени остается все меньше. Ну а Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям даже запустило мобильное приложение для жителей юго-восточных штатов. На этих территориях в ближайшее время планируют эвакуировать до 2 миллионов человек. По расчетам экспертов, скорость ветра в эпицентре урагана составит 120 км в час.